Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Сантаро. С вами, как всегда, Ольга, и тема нашего расклада сегодня – события ближайшего будущего. Смотрим мы на период времени 15-20 дней. Расклад активен в момент, когда вы его нашли. Итак, мои дорогие, давайте начнем. И для начала давайте посмотрим. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Информация о вас. Итак, вы сейчас. И что будет в ближайшем времени в вашей жизни? Итак, давайте посмотрим. Вы сейчас настраиваемся на гадание. И посмотрим. Вы сейчас. Ух ты! И сразу вы вышли королева жезлы. Человек очень даже в себе уверен. И вот действительно на сегодняшний день интересуют какие-то вопросы касаемо именно вас. Именно в вашей жизни. И вы знаете, что да, на сегодняшний день определенная активность у вас, энергия, желание что-то менять, что-то перевоплощать, да, добиться какого-то определенного результата. Здесь я вижу, что рядом с вами и есть и друзья. Вы вообще человек таких лидерских способностей. Женщина, которая очень даже активно себя умеет транслировать, показать, да, вот в общении, очень интересный интеллектуальный человек, очень так глубоко развит, интересуетесь разными очень темами, женщина, которая прямо видная, да, интересная, гордая, да, вы в своих способностях определенных, в своем мастерстве, вы как-то, вот все-таки вам легко дается, как бы то ни было, вам дается, в любой сфере вы можете достигнуть определенно классного результата. И очень часто сами люди выдвигают таких людей, чтобы, потому что пробивная, да, потому что вот умеет добиться, умеет достигнуть того, чего хочет. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, много у вас мыслей, много каких-то планов. Я вижу, что вы такой человек, с одной стороны, вы принимаете определенную спонтанность, и вам свойственно, да, идти по зову своего сердца, своей души. С другой стороны, это человек, очень имеющий классные организаторские способности. У вас есть вот это умение видеть ситуации из стороны, со стороны, видеть ее масштабно. Вообще, человек масштабно мыслящий, вообще. Да, я вижу, что у вас очень как-то много вопросов. Вот как бы хочется о себе узнать, хочется для себя получить подсказку. И здесь какие-то и вопросы и по личной жизни, и по какому-то духовному развитию. Потому что здесь человек очень такой, знаете, широко развит. Широко развит. Более того, какие-то вопросы касаемо карьеры очень вероятно интересуют вас сейчас. Возможно, где-то какие-то документы и почему-то, ну вот прямо совсем, да, вот как-то затянулось что-то, зависло что-то. Хочется прямо движения, активности. Вы, по сути своей, человек очень миролюбивый, но вы как-то не даете вылезти себе на голову. Вот вы человек, который и сочувствующий, и миролюбивый, и такой дипломатичный. Вот вы даже сами, возможно, в каком-то скандале чувствуете вот определенный отток энергии. Вам это не нравится. Вы все-таки за какое-то спокойное разрешение каких-то определенных конфликтов. Но мощи хватает. И если уже заденут, ну тогда берегись. Вы действительно такой человек, очень в какой-то определенной конкурентной борьбе, где, знаете, не криком каким-то, а именно действиями, именно разумом, вы прямо вот способны обойти любого. Действительно, если где-то начинают наглеть, вы можете выйти и на их поле, и сыграть их игру, да, но не факт, что они будут победителями. Очень такой человек, знаете, дипломатичный, вы знаете, такие люди добиваются результата, такие люди добиваются успеха организаторского, они выходят вперед действительно и выходят очень даже высоко и хорошо. И здесь я вам скажу, что если вы до этих пор чувствуете, что это прямо ваш расклад, у вас подъем будет по карьере, у вас будет по материальному плану, по карьере будет подъем. Давайте посмотрим еще. Вот и он подъем. Вам свойственно где-то не уступать мужчинам, да, вот в какой-то вот сфере
деятельности, в конкуренции, вы не уступаете мужчинам. Вы абсолютно себе чувствуете равноправным, сильным человеком. И где-то, возможно, вот мужчины сталкиваются с тем моментом, что вот такая приятная, такая выразительная, сексуальная женщина, да, а вот если начинаешь с ней схватку, да, так ты там почувствуешь мощного такого конкурентного человека. И здесь я вижу, что вам свойственна очень такая... вместе с некой целеустремленностью, да, большими планами на будущее, но вы как бы и держитесь земли, то есть вы очень так конкретно каждый шаг свой вымеряете, измеряете. Вообще-то я вам скажу, что в материальном плане, да, вот некая стабильность в материальном плане, вот она вам идет, она мне вот здесь чувствуется энергетически, что вот некая стабильность в материальном плане, она идет. Ну, давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Ну, шестерочка жезлов, по духу своему победитель. Но вы не ищете каких-то, знаете, суперлегких дорог, понимаете, что каждая победа приходит с определенными усилиями. Но вы тот человек, на которого смотрят сейчас, и которому, возможно, удивляется. Вы где-то уже побежали дальше, решать дальше какие-то свои дела, а люди где-то вот еще не переварили какую-то информацию, которая была позавчера. Я вижу, что о вас очень, вероятно, много говорят, за вами наблюдают, вы интересный человек. И как-то, вы знаете, я вижу, что вы прямо где-то удивили. Удивили, вышли из какой-то непростой, возможно, ситуации в своей жизни, не поклонив голову, да, а наоборот, стремительно как бы взяли тяжелый старт, но на сегодняшний день очень мощно двигаетесь вперед. Вообще-то, я вам скажу, очень интересная женщина для мужчин. Вот я вижу, что действительно засматриваются мужчины. Мужчины такие уже солидные, классные, мощные. Но, вы знаете, я вижу, что вы не из робкого десятка, и вы как-то вот прямо сильного человека хотите рядом, да? Вот вы такая женщина, которая, да, вот есть вокруг меня там что-то, да? Но я вот все-таки чего-то хочу, возможно, ну вот прямо мощного человека рядом. Вы не очень, знаете, там обольщаетесь тем, что вы там кому-то нравитесь. Это еще ни о чем не говорит. Да, главное, чтобы вам мужчина нравился, чтобы вам он был интересен. А нравитесь вы многим, и это вас совсем не удивляет. И здесь я вижу, что да, на сегодняшний день какие-то хлопоты, какие-то заботы, какие-то задачи, вы уже что-то сделали. Очень вероятно, что начали какой-то масштабный проект или какую-то грандиозную перемену в своей жизни. Я вижу, что что-то вы уже прошли, а что-то еще предстоит вам. На сегодняшний день есть что-то незаконченное, возможно, какой-то момент... подвисшая где-то ситуация, как на середине реки, еще не знаю, что из этого получится. Но я вижу, что вы прям такой человек, вы своего не упустите, вы своими шансами воспользуетесь. Но тут у вас прямо вопрос, к добру ли, да, получится ли все так хорошо, как хотелось бы. Я вижу, что сейчас прямо над чем-то работаете, имеете какую-то определенную цель. Очень даже взвешенно вы просматриваете ситуацию каких-то определенных вопросов, возможно, каких-то сложностей, да, чему-то нужно научиться, что-то нужно пройти, какие-то вопросы нужно решить. И я вижу, что уже значительную часть вы уже прошли, вы что-то уже начали. И здесь я вижу, что, ох ты, девочки, и старший аркан солнца, все получится, все будет очень хорошо. Вот сегодня, сейчас о чем-то думаете, переживаете. Вот я вижу, что прямо какая-то ситуация разрешилась, а что-то уже висит над головой, да, что-то опять нужно включаться в работу, когда там особо расслабляться. И вот интересно, что получится, потому что вот сейчас вы в каком-то, в какой-то определенной неизвестности, да, получится ли задуманное или нет, а вам сразу дали подсказку, что старший аркан солнца, все получится и очень хорошо. И вот смотрите, вы как бы из некой, из неких туч, из некой темноты, да, идете к солнцу, идете очень в правильном направлении, потому что эта карта, да, могла показать нам, что ты идешь правильно, неправильно, получится, не получится. Вот прямо старший аркан солнца, самый лучший из колоды, показывает, что ты прямо выбрала правильный путь, и у тебя все получится, и некий твой подход, он очень правильный, да, то есть ты где-то очень правильно решаешь свои задачи на сегодняшний день, и то, что впереди, оно будет тобой пройдено. Я бы даже здесь сказала, девочки, что вы уже на полпути, да, на полпути к некой, к некому очень хорошему разрешению волнующего вас вопроса. Будь это вопрос по здоровью, возможно, вы планируете какую-то дорогу, и это связано со здоровьем, возможно, даже в отпуск. И здесь прямо вам, знаете, подсказка, что и отдохнете, и вообще поправите свое здоровье. Если у вас какие-то намечаются...
визиты к врачу, операционные вмешательства. Девочки, очень хорошо пройдет все. Будет быстрое и качественное восстановление. И вообще будете себя прекрасно чувствовать, как бы оставите это все вот уже позади. Я вижу, что на сегодняшний день, да, вот в плане личной жизни, я вижу, что вам идут какие-то предложения, да, но вы вот не особо обольщаетесь, не особо вы там, знаете, прыгаете от радости, от того, что вы там кому-то нравитесь. Еще такое определение, что у вас есть осознание, да, какого человека вы хотите, возможно, кто-то в паре уже, а кто-то в выборе, да, но я вижу, что вокруг вас есть вот этот момент, множество заинтересованности, да, много заинтересованности. Но здесь я хочу отметить, что вы как-то очень себя правильно ведете, не даете возможности, знаете, вот как-то хамски поступать или строить какие-то вот, скажем так, неприличные фантазии в вашу сторону. То есть я вижу, что вы очень правильно себя ведете. Очень-очень хорошо. Вижу, что на сегодняшний день может что-то вам, да, как хочу, то будет ли мне дано то, что я хочу. Вот я вам скажу, что будет. Будет, и оно как бы вами очень даже заслужено. Потому что тот путь, которым вы сейчас идете, я вижу, что он очень непростой. Но некий подход и некое ваше движение, и ваши мысли, они очень-очень правильные. И вот действительно идете к восходу и придете к солнцу, и будет все очень хорошо. Ситуация ваша очень качественно улучшится. Ну, давайте посмотрим, еще и карты прямо просятся сами. Ой, вы умеете держать удар. На сегодняшний день действительно уже показали себя человеком сильным. Но жизнь такова, да, несмотря на то, что вы очень такой дипломатичный человек, вы умеете поддерживать хорошие отношения, и вообще вас, к вам тянутся, вы такая прямо интересная женщина в общении, вообще в каком-то контакте, деловом, просто, в дружеском. Но и есть некие люди, которые, знаете, как бы находятся в некой помехе, да, как бы хотят вам в чем-то помешать. Хотят вас где-то не пустить. Вот есть такие люди. Вижу, что много очень вокруг вас. Вот прямо внимания вокруг вас очень много. И есть вот такие люди, я бы сказала, что здесь и зависть. И зависть к какому-то вашему результату, вашему успеху, вашей красоте, да. То есть здесь и есть какой-то момент некого определенного сопротивления у вас на сегодняшний день. Но вы сильная женщина, да. Прямо показывает, что вы можете, вы прямо держите удар. Вы можете выдержать вот эту ситуацию какого-то сопротивления. И я вам скажу, что да, мне здесь прямо вышло, что вы не уступаете в какой-то своем профессионализме. И в своей вот стойкости, лидерских способностях вы не уступаете мужчинам и вообще считаете, что вы действительно достойны. У вас больше вот энергии, больше способностей. Вы можете починить и свое дело, и какую-то очень хорошую должность, которая вот здесь, она может прийти. Вот на ближайшее время, вы знаете, она действительно вам светит. Если ищете работу, очень даже найдете хорошее место. Действительно, первые какие-то, первый период на вас будет очень много обращено внимания, но вы прямо выдержите вот это, да, вот этот период, и свое место под солнцем вы прям его, ну, вырвете. Очень хорошие перспективы у вас на новом месте. Или же на сегодняшний день у вас сейчас на работе очень такой вот момент сопротивления может быть. То есть люди, которые к вам очень хорошо настроены, а есть люди, которые вас создают вот это сопротивление, которые, возможно, да, имеют какое-то свое мнение. Но здесь прямо идет момент, что вы как вырвались вперед, это им не нравится. То есть какой-то вот такой момент. Возможно, это конкуренция некая. Вот на ближайшее время у вас хорошая вообще энергия на прорыв, на реализацию, очень хорошие энергии на материальный план. И здесь очень даже я вижу, что кто-то будет недоволен. То есть каждый успех, он сопровождается чем-то, да, вот сопровождается какими-то взглядами, потому что я вижу, что вы здесь прямо удивляете свое окружение. Ну, давайте посмотрим еще. Ой, а личная жизнь, а личную жизнь, да, расскажи о личной жизни, что здесь творится, что здесь происходит, потому что долго жду, знаете, и жду чего-то стабильного, да, какой-то стабилизации по личной жизни очень хочется. Да, вот как-то я вижу, что вот прям профессиональная сфера очень хорошо на ближайшее время, и даже если вы идете в отпуск, знаете, наберете силы,
И у вас на работе все-таки идет вот прямо на ближайшее время идет хорошее очень развитие. Но и кто-то недоволен, он тоже там будет. По личной жизни очень бы хотелось стабилизации, потому что, вы знаете, я вижу, что здесь действительно, ну вот что-то завершил, вот тот, кто завершил с вами отношения, да, он здесь мается, он мается. Это какие-то ваши прежние отношения, предыдущие отношения, да, вот мается как-то человек. Очень вероятно, что вы, если вы разошлись как-то не очень так успешно, да, не очень так спокойно, но почему-то вот как человек себя корит, наверное, и ждет какой-то встречи с вами. Вот здесь мне так проходит. Личную жизнь хотелось бы стабилизации. Вот такой вот момент. Почему-то вот сейчас не хватает нужных энергий по личной жизни, да? Не хватает нужных энергий, нужных каких-то трансформаций, нужных перемен. Это может быть кто-то ожидает новых знакомств, да, потому что вот какая-то мельтеша вот вокруг, потому что вот здесь идет внимание есть, но все оно какое-то вот, ну, не устраивает оно вас. Если ждете нового знакомства, да, вот хочу нового знакомства, потому что вот то, что вокруг меня, ну вообще, да, вообще что-то. Если вы же сейчас в отношениях, возможно, на расстоянии сильно переживаете, мы обязательно посмотрим этот вопрос. Если же вы, знаете, в отношениях и все хорошо, здесь все равно хочется какого-то, какой-то гармонии определенной. В любом случае я вам скажу, что кто-то с неразделенной любовью в вашем окружении есть, какой-то мужчина с неразделенной любовью по отношению к вам. И я вижу, что, возможно, вас этот мужчина не интересует, но на ближайшее время этот человек, как бы не желая сдаваться, да, как пройдет немножечко времени, он попробует опять как-то вот проявиться к вам, проявить свой интерес к вам. Возможно, кого-то отшили, просто, да, даже отношений не было, но отшили. И вот человек не может отпустить вот мысли о вас, и он все равно попробует еще раз проявиться. Возможно, у вас с кем-то тишина какая-то, пауза, вот здесь человек пожелает проявиться. За шансом придет, да, по сути, просящим придет к вам за шансом. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день. Ну, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Итак, давайте посмотрим дальше. На сегодняшний день, сейчас, да, давайте посмотрим будущее. Итак, общий фон загаданного периода. Смотрим мы на период времени 15-20 дней. Расклад активен в момент просмотра. Давайте будем смотреть. Общий фон этого периода для вас. Общий фон. Ой, девочки, получится что-то. Ох ты, девочки, боже, очень хорошие карты вам вышли. Вообще, это вышла карта целительства. Это очень сильная карта вообще в этой колоде. Одна из самых сильных. Она говорит о том, что вот прямо дела ваши в ближайшее время будут очень сильно поправитесь. Вот в материальном плане, в общении с окружающими людьми. Особенно по здоровью. Здесь вообще карта «Удели себе время». Удели время своей красоте. Да? И здесь почему? Здесь прямо будет результат этому. То есть любые визиты к доктору, да, какие-то процедуры косметические, гардероб. Вот здесь очень даже у вас пойдут хорошо дела, как некий момент исцеления, улучшения вообще по всех фронтах. И здесь, конечно, я вижу, что есть какой-то определенный, знаете, тревога ваша внутренняя. Вот ваша внутренняя тревога, чего-то опасаетесь, чего-то, знаете, возможно, за что-то волнуетесь, где-то спешите что-то успеть. Вот здесь очень может проходить. И я вижу, что прямо вот на ближайшее время по карте целительства вам все будет удаваться. Вот знаете, такой попутный ветерочек будет. Здесь очень хорошо начинать что-то новое в этом периоде. Очень хорошо вот как-то, знаете, заняться собой, своим здоровьем. И где-то, знаете, не особо загоняйте себя. Все-таки будьте к себе внимательны. И не взваливайте на себя все, потому что, ну,
Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь в моменте здесь и сейчас жизнью. И вот займитесь собой. Вот здесь, знаете, такая прекрасная энергия на отдых, на трансформации, на какие-то перемены в своем да, организме, в своем теле. И здесь там нам да, поначалу выходило, что если планируете какие-то операционные вмешательства или еще что-нибудь такое, будет очень хорошее восстановление. И вот здесь эта карта вот прямо она подтверждает. Если вы, например, долго оттягиваете визит к врачу или что-то вас волнует, беспокоит, но вы в беготне жизни, да, как-то все это оттягиваете, когда-нибудь, как-нибудь, да, я уже наконец-то приду к стоматологу или там скажу наконец-то на тот массаж или еще что-нибудь такое, какой-то визит к врачу вы откладываете, вот в этом периоде идеальное время вот этот визит все-таки запланировать и совершить. Потому что будет прямо целительство, очень хороший результат, очень хорошие результаты любому лечению, любому восстановлению. И здесь, конечно, выходит вот такая ситуация, что вас будут прямо видеть и вам будут завидовать. Хорошо ли это, плохо, да? Хотите ли вы избежать вот этой зависти? Но я вижу, что прямо будете в окружении какого-то интереса. Очень вероятно, что в этом периоде прямо мужчины на вас очень так ярко начнут засматриваться. И хорошо новые знакомства, потому что я опять, а карта целительства показывает, если тебе нужно некое улучшение, исцеление по личной жизни, вот в этом периоде оно может прийти. Оно действительно вот постучится в твою дверь. Здесь хорошие очень карты, девочки. Если даже ваша вот эта карта целительства касается близких людей, да, то есть вы за кого-то переживаете, волнуетесь, полны какой-то суматохи, нервозности, вот в этом периоде придет определенное облегчение, разрешение каких-то ваших текущих дел, улучшение ваших текущих дел. Ну вот так вот. Давайте смотреть дальше. Давайте посмотрим. Работа, дела, учеба. Что у нас здесь? Итак, работа, дела, очень хорошо, и учеба. Ух ты, девочки, на учебу вышла карта любовь. Очень вероятно, что некие очень такие спешные, да, спешка какая-то, переживания какие-то, они как-то вот отпускают уже в этом периоде. Возможно, кто-то уже сдал свои сессии, свои экзамены, кто-то какие-то уже отбросил переживания за детей. А если вы и все еще волнуетесь, да, где-то какие-то переживания за ваших учащихся и за вас в том числе еще существуют, я вам скажу, что карта любовь, она всегда показывает на некое содействие эмоциональное, да, то есть сопереживание. Здесь, я вам скажу, в этом периоде очень вероятно новые какие-то интересные контакты у вас, чего я вам искренне желаю, потому что вот мне прямо проходит момент, вроде бы много в окружении людей, молодых, интересных, да, нужных, то, что подходит, но вот как-то вот мы крутимся друг возле друга, да, вот этого нужного контакта, возможно, и вот не хватает. Вот я вам скажу, что в этом периоде вот этот нужный контакт, он может прямо образоваться. То есть, что касаемо учебы, очень хорошая вообще энергия, прекрасная. Энергия взаимовыручки, энергия любви, взаимодействия, хорошего очень отношения, прекрасных эмоций. То есть, очень вероятно, прям какого-то определенного облегчения, да, то есть, какая-то тревога прошла, и вот идет время наслаждения, облегчения, радости от каких-то результатов. Да, если в этом периоде в ваше пространство придет новый человек, очень даже из любого общения, делового, какого-то вот вообще, знаете, мимолетного, у вас может завязаться что-то большее. То есть встречи могут быть чрезвычайно эмоционально наполнены. Здесь касаемо учебы, очень хороший какой-то прямо прорыв. Если вы... даже вот какое-то повышение квалификации, вот в этом периоде оно будет очень эффективно. Вы как сможете эти знания, знаете, вот как-то воплотить в жизни и как-то радоваться, да, вот радоваться результату, радоваться успеху. Полезные какие-то прямо знания будут приходить. Если вам по работе какое-то повышение квалификации, и вы как-то сомневаетесь идти, не идти, обязательно идите. Это и ведет к каким-то интересным, полезным знакомствам. И вообще сможете эти знания прямо реализовать в жизни. Добьетесь хорошего результата. Очень хорошая карта.
На дела у нас вышла карта жреца. Здесь очень даже может осветить вопросы, которые вот глубоко, далеко, давно не решаются. То есть здесь очень даже полезно поднять какие-то вопросы, которые вас волнуют в этом периоде, все-таки дать этому движение, да, развязать какие-то вопросы долготекущие. Здесь мне почему-то идет, что вот вы сможете реализовать то, что запланировано было еще, скажем так, осенью, да? То есть давно запланированные дела здесь могут разрешиться наконец-то. То, что давно-давно как-то вы планировали, но вот что-то где-то не получилось, что-то где-то пошло не по плану, вот здесь оно как все вот и начнет реализовываться. То есть на длиннотекущие дела, судебные какие-то разбирательства, очень хорошая карта, здесь прямо все может решиться. Более того, что касаемо дел, очень хорошая карта, подписывать договора, заключать новые какие-то сделки, новые клиенты, да, люди, которые приходят, они как на длительное время вообще приходят, и вот эта карта говорит, что очень хорошее взаимодействие у вас будет с новыми людьми, с которыми вы будете сотрудничать, работать. Если у вас свое дело, эта карта прямо такой, знаете, возможности выносливости ключа. То есть будет дан ключ для разрешения очень таких важных вопросов. Вообще-то по работе, по делам, спокойствие определенные. То есть есть момент ясности, есть момент понятного течения дела. Знаете, мне здесь проходит, можете как бы на вас... Ответственность какая-то может в этом периоде, дополнительная ответственность может пасть. То есть здесь может проходить ситуация, что или начальство в отпуску еще, и на вас, как это, знаете, сгружается какая-то вот дополнительная ответственность. Ну, здесь может быть, не опасайтесь абсолютно, я вижу, что вы прямо легко с этим справитесь, выйдете очень так равномерно, плавно в этот период, и не опасайтесь дополнительной какой-то ответственности, отбросьте страх, у вас все будет отлично, все получится и все будет очень хорошо. Кстати, вот эта карта, она также показывает на некое улучшение в материальном плане. Вот эта дополнительная ответственность, она может нести дополнительный доход. Если вы работаете, вы знаете, как клиентура какая-то приходит, и здесь прямо о вас будут говорить, и здесь очень вероятно приход новых людей. Как знаете, понаслышке, то есть кому-то что-то понравилось, да, и понаслышке будут приходить к вам, будет увеличение клиентуры. Что касается работы, девочки, я вижу, что как-то вы будете успевать и в работе, и как-то на свою личную жизнь, и на какие-то развлечения, то есть этот период, он может быть наполнен какими-то определенными радостями для вашего сердца, то есть здесь очень хорошо будут идти дела. Даже если у вас сейчас присутствуют какие-то определенные затруднения в работе, в делах, вот в этом периоде прямо, знаете, такое исцеление, улучшение идет вот по всем фронтам, девочки, очень хорошо. Давайте посмотрим непосредственно для тех, кто ищет сейчас работу. Вот этот период. Какую подсказку дадут. Вы знаете, для тех, кто ищет работу, вообще-то радость, хорошие вести по работе. Очень даже здесь будете с каким-то важным человеком разговаривать однозначно. То есть какое-то вот общение оно будет. Человек не просто важный, человек, который может дать ключ, открыть для вас какую-то определенную дверь. То есть здесь да, здесь очень даже у вас большая вероятность понаслышке. То есть вам кто-то может посоветовать что-то. Даже не так по какому-то там резюме, да, а понаслышке. Что-то можете где-то услышать и понаслышке можете найти работу. Вообще-то я вам скажу, работа очень хорошая, и на первый взгляд, вот когда придете, как-то немножечко строго, да, как много внимания, и строго будут к вам относиться, но вы быстро вольетесь в коллектив, и вас там прямо примут, то есть вероятность найти работу очень высокая, но мы все-таки давайте посмотрим. Итак, для тех, кто непосредственно ищет работу сейчас, давайте посмотрим. Ух ты, девочки, да, вижу, что и было пробы, были какие-то попытки. Вы знаете, здесь карта показывает, что откуда вы ушли, там очень жалеет за вами. То есть, где вы оставили работу, ушли с этой работы в силу каких-то определенных обстоятельств. Вообще там разрушилась компания, да, разлетелось что-то. Или вы по собственному желанию пожелали уйти. Но я вижу, что прямо жалеют за вами. Потому что карта вышла предыдущего места работы. Возможно, кто-то хочет вернуться на предыдущее место работы.
Но я вам скажу, что как-то наблюдает за вами, как вы устроитесь, да, вот из предыдущего места работы наблюдает, как вы устроитесь. Ну, интересно, давайте посмотрим еще. Вы знаете, как-то для тех, кто ищет работу, ну, я вижу, что работа будет. Знаете, прямо такой прорыв. Ваш свет, ваши какие-то новости для вас, они прямо близко. И я вижу, что прямо разговор с серьезным человеком, с власть имущим, имеющим человеком. То есть он здесь прямо и здесь проходит, и здесь проходит. То есть какой-то определенно вот разговор, да, как собеседование, оно здесь проходит. И вы знаете, первое ваше впечатление может быть, да, вот какое-то вот прямо как, ну, сжатое, да, то есть какое-то первое впечатление от начальника, да, может быть прям такое напряженное, но это может быть ошибочное мнение, вам очень понравится там, вам очень там понравится. Но вообще-то я вам скажу, что какое-то предыдущее место вам, вас могут позвать назад, вот прямо проходит такая вот ситуация. Возможно, долго ищете, да, вот подходящего места для себя, есть у вас какой-то и опыт, и есть у вас и знания определенные, вот как своего места ищете. А здесь я вижу, что за вами прямо смотрят, знаете, как из-под камня. Как из-под камня смотрят, как же вы там устроитесь, как вам там получится. Ну и здесь мне выходит, что как понаслышке вы работу найдете. Как прислушайтесь, встречаете людей, знакомых каких-то, да, людей. Говорите о том, что вы ищете работу. Где-то вот какая-то подсказка вам, вы ее получите, вы ее одержите, вот эту подсказку. И я вижу, что какой-то важный разговор на это время, он приходится, он будет очень результативным. Ну, давайте я вот возьму еще одну карту, да, результат вот этого собеседования, каким он будет. Девочки, магия богатства, вам прямо повезет, будет очень много претендентов, но очень большая вероятность, что именно вы попадете прямо вот в цель, да, попадете на свое место. Первоначально можете быть очень так насторожены, понравится ли вам там. Пройдет какое-то определенное время, вы там освоитесь, вам будет очень хорошо. И в каком-то материальном плане там будет очень, очень вам удобно. Вам будет там удобно. И клевер показывает, что вы прям и коллектив там хороший будет, и устроитесь, прямо вам повезет. Ну, я вам очень-очень желаю, чтобы вы действительно нашли искомое, да, нашли желаемое, а мы будем смотреть дальше. Итак, давайте посмотрим личную жизнь. Личная жизнь в загаданном периоде. Что там ждет? Давайте посмотрим. Для тех, кто в поиске, девочки, отлично. Для тех, кто в паре. И для тех, кто в ссоре. Ну, я вам скажу, как бы удивительно это ни звучало, но карта метла на тех, кто в ссоре, очень часто попадает. И это говорит о том, что, ну, выбор за тобой, отмести, да, вымести из своей жизни, и все-таки вот новые энергии приходят. Здесь я бы сказала, что да, вот нам проходило уже в этом раскладе, что тот, кто в ссоре с вами, или даже не в ссоре, здесь больше идет момент что-то по сердечному, да, по личной жизни. Человек прямо хочет еще одного шанса. Как бы время какое-то прошло, да, попытка какая-то. То есть человек, который, возможно, был вами отвергнут, очень может быть, что он вот здесь прямо вот как хочет проявиться, хочет как-то с вами наладить связь. Вообще-то, для тех, с кем вы в ссоре, вы знаете, как-то я вижу, что какое-то определенное время человек старался и не думать о вас, и как-то даже, вот, возможно, какая-то переписка удалялась, возможно, где-то какие-то вот контакты блокировались у вас. А сейчас человек хочет вернуть. Вот смотрите, да, вот этот знак показывает некий уход энергии, то есть какое-то замедление вашего общения. А этот знак показывает увеличение. То есть там, где у вас была убыль общения, начиналась какая-то тишина, такая вязкая ситуация, то есть что-то в отношениях не ладилось, вот здесь вот эта ситуация, она прямо завершается, и вот идет энергия уже на подъем. Это, конечно, говорит о том, что вот чего хочешь, оно прямо как в цель попадет. Девочки, здесь, конечно, решать вам, потому что здесь вы действительно с этой метлой будете стоять. Отмести человека или все-таки принять? Или отмести все, да, и принять абсолютно новые энергии. Но вот попытка наладить с вами связь, она прямо непосредственно в этом периоде может быть.
То есть человек как-то вот по средствам информации, да, какое-то сообщение вам отправить, где-то вообще из какого-то неизвестного аккаунта, да, вам написать вам что-то, лайкать ваши фотографии, смотреть ваши соцсети, где-то через знакомых друзей что-то о вас узнавать. Вот ему сейчас неспокойно. Вот он кружит над вами, как эта птица, понимаете, в желании как-то вот все-таки вернуть что-то. Почему? Потому что вот этот знак, да, как бы ваша энергия между вами уходила, а сейчас энергия между вами начинает возобновляться. То есть здесь выйдет ли человек на связь, очень большая вероятность. Но что вы решите, лишь решать исключительно вам. Потому что вы знаете, как вода ушла. Возможно, какое-то время уже ушло. И человек это осознает, и вы, да, ну вот какое-то время, какая-то вода ушла. Возможно, это вот время прошло, попробовать, может, еще раз или что-нибудь такое. Но я вижу, что да, некое возобновление интереса к вам. Ну что ж, давайте посмотрим все же, да, на этого. Будет ли возобновление, да, примирение, будет ли примирение. Ух ты, девочки, смотрите, а у нас здесь непосредственно, знаете, вот как пожали руки, пришли к какому-то компромиссу, к какому-то примирению. Примирение очень вероятно, особенно если примирение вот как не слишком да затянулось. Но я вас предупреждаю, что этот человек может считать, что он идет на жертвы, да, что он где-то отказывает от своих эгоистичных планов, эгоистичных желаний, все-таки идет на компромисс, идет на жертву определенную, чтобы с вами примириться. С одной стороны, это очень хорошо, это говорит о том, что у человека все-таки чувства есть, но где-то его что-то еще будет подгрызать. И здесь, знаете, ну почему-то мне идет, что какое-то нужно будет еще время, чтобы вот возобновить доверие. Вот так вот. Даже если будет примирение, нужно будет еще время, чтобы возобновить доверие. Человек считает, что вот он идет на большую уступку, чтобы с вами помириться. Он как сделал большой шаг, и возможно даже будет вам говорить, ну я же пришел, ну я же вот я сделал такое усилие над собой, а ты вот здесь еще вот этой метлой махаешь, да. Но вы решать только вам, решать исключительно вам. И вам это будет видно и понятно. Возможно, для кого-то очень вероятно, знаете, как некий разговор, который расставит точки над «и». Может ли быть продолжение дальше? То есть вот этот разговор очень вероятен. Но вы можете быть очень удивлены, потому что человек, который вот уходил в тишину, начнет вот опять, да, наращивать общение между вами. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Итак, для тех, кто сейчас в паре, девочки, ну что ж, стихия воды – это эмоции, это чувства, это страсть, влечение. И здесь, конечно, вы прям такая рыбка, очень женственная, очень хороши. Вы даже где-то себя недооцениваете. Мужчина ваш любимый выйдет вас в 100 крат краше, чем вы себя в зеркале. Человек смотреть на вас будет и сейчас смотрит, как на любимую. Что касаемо, вот, я вижу, что, возможно, какие-то совместные покупки здесь могут быть. Возможно, какая-то, вы знаете, к воде. Поездка, совместный отдых. Очень-очень даже хорошо. Добавит романтики, добавит страсти. Вот время, проведенное вместе один на один, оно очень будет приятным и наполняющим ваши эмоции, ваши отношения. Здесь, если вы на расстоянии, девочки, давайте посмотрим, если на расстоянии сейчас вы с человеком, да, что будет в этом периоде. Угу. Вот человек прямо сердцем к вам тянется, давно есть, да, вот прямо давно не виделись, да, вот идет момент, давно не виделись. Ну вот здесь прямо повезет, очень может быть резкий даже какой-то приезд человека. Скучает по вам, я вижу, прямо сильно скучает, прямо хочет вас видеть, мужчина. Если на расстоянии сейчас с мужчиной. Ну, вы знаете, прямо вот этот клевер показывает, что, во-первых, у вас все очень хорошо в отношениях. Да, расстояние мешает. Расстояние мешает тот момент, что давно не виделись и нет вот этого прикосновения, а очень хочется. Человек любит вас. Вот прямо карты показали, что да, чувства есть. И несмотря на некую занятость и достижение своих целей, вы для него на первом месте. Вы для него очень важный человек. Вот тогда, возможно, ситуация острая. И очень хотелось бы разрешения, да, вот этому моменту, что вы на расстоянии. Ну, давайте, вот прямо вижу магию богатства, да, то есть очень хорошие вести, ваша личная жизнь, отношения с этим человеком, они прямо обогащаются.
в этом периоде. Вижу, что очень хочет приехать, очень хочет увидеть вас. Человек. Вот знаете, прямо дорога вышла. Очень вероятно, что кто-то прямо действительно встретится в этом периоде. Или планирует дорогу совместную, вместе, да, вот куда-то съездить. Какие-то планы будут. Какая-то дорога, она прямо вышла. Очень вероятно, что человек к вам приедет, или вы к нему все-таки в этом периоде. Встреча состоится, или же она будет планироваться. То есть какие-то билеты, путь, да, вот это все будет планироваться. Какие-то планы на будущую дорогу с вами. Возможно, да, хоть сейчас на расстоянии, но в разговоре с человеком будете планировать какой-то совместный отдых, путешествие, совместное движение в ваших отношениях, совместную какую-то дорогу. Но для большинства прямо пройдет, что человек приедет, потому что вот вышло, да, как резко хочу приехать, и будет такая возможность. Давайте посмотрим дальше. Для тех, кто сейчас в поиске, девочки, вам вообще очень классная карта вышла, карта Пентакли, которая говорит, ну вот, о ключе определенно, да, мужчина, женщина, ключ, Пентакль, то есть очень хорошее время для знакомств. Даже я бы сказала, не стесняйтесь, да, не отбрасывайте какие-то варианты. Здесь идет, да, улучшение, исцеление неких вашей личной жизни. Вы знаете, это прямо такое что-то масштабное, глобальное, важное в вашей личной жизни. Здесь очень вероятны новые знакомства. Очень. Да, здесь может откликнуться, вот знаете, кто-то аукнуть может из леса прошлых отношений, да, как-то вот напомнить о себе. Но я вам скажу, что прямо на новые отношения, на новые знакомства очень хорошая карта. Прямо непринужденности, свободы определенной, легкости в общении с человеком. Очень хорошая карта. Прямо, ну, пусть вам повезет 1000 раз, девочки. Пусть хорошее, классное знакомство вам подвернется. И интересный мужчина войдет в ваше пространство. Ну, давайте посмотрим немножко еще, да. То есть, и здесь какое-то, знаете, это божья коровка, как счастливый шанс. Очень-очень хорошая карта, прямо. Давайте посмотрим. Новое знакомство для вас. О, девочки, а у нас здесь даже и мужчина вышел. Очень плодотворное, очень качественное, классное знакомство вам идет. Вы знаете, прямо вышел в мужских энергиях, очень мощный человек, без каких-либо фокусов, очень даже с этим человеком у вас может все сложиться. Эта встреча может проходить где-то вот здесь, да, деловая какая-то, пересечение с человеком, то есть она может возникнуть еще вот здесь по карте любовь на новое в вашу жизнь. И вот это новое, оно будет каким-то исцеляющим для вас. И вот здесь, да, на личную жизнь вышли очень хорошие карты. Прямо карта плодородия и карта Пентакль, да. Как бы мужская энергия будет очень хорошо направлена в вашу сторону. То есть знакомство не просто там с каким-то проходимцем, а прямо с классным мужчиной. И здесь, конечно, вы знаете, судьба очень даже может подбросить вам определенную какую-то помощь, да, в виде какой-то неожиданного путешествия, дороги, какого-то передвижения, дополнительного отдыха, то есть, ну, какая-то вот связующая нить, она здесь очень даже прослеживается. Желаю вам очень даже интересных знакомств. Здесь даже я вам скажу, не стесняйтесь в знакомстве, будьте раскованной, будьте открытой, общайтесь, открывайтесь, вот такая, какая вы есть. Потому что я вижу, что именно это человека и привлечет. Некая ваша свобода, да? Ну, вот так, вот прекрасно. Давайте будем смотреть дальше. И посмотрим. Итак, дальше. Подсказки на все случаи жизни. Итак, что вам будет помогать в этом периоде? Что будет помогать? Что или кто? Давайте посмотрим. Вам поможет отдых, девочки. Вот что вам поможет. Вам поможет отдых. Где-то действительно не загоняйте себя. Будьте к себе снисходительны. И где-то понимайте, что вот дела, они вот останутся делами. А вот здесь прямо вам поможет отдых в этом периоде. Вот непосредственно. Старайтесь больше отдыхать, больше уделите время себе, своему здоровью. И все оно будет, само собой будет разрешаться. Есть какие-то
дела на сегодняшний день, которые, по сути, вы уже сделали все, что могли. И здесь нужно просто выждать результата. Выждать какого-то времени, выждать результата. Не на все вы можете повлиять. И здесь даже, знаете, карта такая, да, немножечко отстранись, отдохни, да, отпусти ситуацию. Что-то уже должно произойти по тем, ну, как само собой, да, по течению жизни. Итак, что вам будет мешать в этом периоде? Давайте посмотрим, что вас будет отвлекать в этом периоде. Ой, девочки, у нас вышел старший аркан звезда. Мечты будут отвлекать, желаемое что-то, осуществление желаемого, даже так. То есть осуществление, вы чего-то хотите, вы чего-то желаете, вот оно в этом периоде исполнится. И где-то оно может очень сильно изменить ваши планы. То есть вы где-то, возможно, планируете, не планируете, но что-то хорошее произойдет. Произойдет что-то очень классное, да, как осуществление вашей мечты и изменит ваши планы. Изменит. Ух ты, девочки, и дополнительная карта вышла десятка кубков. Хорошие очень события будет вам мешать. Знаете, вот действительно, очень хорошие события где-то отвлекут вас от рутины, отвлекут вас от такой обыденности жизни. И, вы знаете, хорошие очень события. Возможно, где-то связаны с семьей хорошие события. Связаны, вот вы мечтаете о чем-то в общем, да, со своими близкими, друзьями, родными, приятными для себя людьми. И вот я вижу прямо по десяточке кубка, хорошее очень какое-то событие изменит течение, да, обычной вашей жизни. Ну, очень хорошо. Давайте посмотрим дальше. В чем ожидается удача в этом периоде? В чем ожидается удача? У нас здесь вышел король жезлов. Удача вас ожидает в общении, в контакте с определенным мужчиной. Мужчиной очень таким действенным, интересным. Я вам скажу, что он вам прямо в пару. Если вы сейчас в отношениях, эта удача вас ждет именно с вашим партнером, с вашим мужчиной. Если вы сейчас свободны, да, вот вы можете в этом периоде прямо встретить классного человека, какое-то может быть знакомство неожиданное или... Вы знаете, как-то вы сближаетесь с этим человеком, все равно он приближается в вашу жизнь. По сути, здесь удача ждет с мужчиной, очень таким действенным, очень обаятельным, приятным. И он как-то вот, знаете, активничать будет, активно действовать будет мужчина по отношению к вам. Вот здесь ждет удача. Ну хорошо, на дне колоды старший аркан солнца, девочки. Очень классно. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Загаданное, задуманное в этом периоде. Давайте посмотрим, исполнится ли загаданное, задуманное. Ух ты, девочки, а у нас здесь прямо туз мечей. Вы знаете, в этой позиции это очень хорошая карта. Она говорит о неком прорыве, долгожданном прорыве, возможно. И здесь я отмечу, что это будет касаться прямо, ну вот если вы загадываете задуманные, загаданные дела какие-то, да, какие-то... Ну, что бы вы ни задумали, да, но здесь, если что-то касается документов, вот здесь очень хорошо, здесь прямо прорыв, прорыв длиннотекущих дел. Здесь ситуация, знаете, как через какую-то остроту, какой-то вопрос прямо станет остро, возможно, сейчас он стоит остро, он решится. Здесь вообще задуманное, загаданное исполнится или как-то резко даже. Здесь даже может проходить такой момент, что вы как-то какие-то выходные, отпуск, да, вы как-то немножечко отложите какие-то дела, будете отдыхать или заниматься своим здоровьем, да, то есть где-то переключитесь на что-то иное. Но когда вы вернетесь к своему задуманному, загаданному, вы как-то очень быстро, стремительно разрешите вопросы важные для себя. То есть здесь исполнится ли, да, здесь прямо есть такой шанс осуществить определенный прорыв, разрешить какие-то вот дела, которые вас сейчас волнуют, беспокоят, или что вы там загадали, задумали. Стремительный результат, быстрый результат. Итак, дороги, пути. Давайте посмотрим. Дороги, пути. Что ждет в дороге, что ждет в пути. Ой, девочки, вы знаете, по этой карте я вам скажу, что вы настолько востребованы,
Эта карта все-таки показывает множество каких-то передвижений, возможно, каких-то новых дорог, пешком, знаете, на транспорте каком-то определенном. Но и здесь, конечно, некая востребованность, да, то есть вас кругом надо, везде вас надо. То есть здесь очень может проходить, что вы где-то и какие-то запланированные дела, и здесь что-то по здоровью решаете. И еще, да, друзья хотят вас видеть, близкие хотят вас видеть. То есть здесь как разорвись хоть, да, куча дел, куча какого-то, куча дорог, да, множество дорог. Также эта карта показывает, что вот нужно что-то довести до некого результата, да, привести к какому-то результату. Нельзя бросать на полпути. Очень вероятно, что вы действительно здесь будете что-то, знаете, как то, что долго носила, да, наконец-то принесла его куда надо. То есть то, что долго решала, наконец-то решила вопрос так, как хотела, так, как нужно было. Да, эта карта показывает определенные какие-то хлопоты. Вот так вот, да, хлопоты, как много дорог и определенные какие-то хлопоты касаемо дороги. Но я вам скажу, что здесь очень так на карте показывает, что вам будут встречаться люди, профессионалы, которые прямо будут идти вам навстречу, будут вам содействовать. То есть некая помощь, да, она все-таки будет со стороны. Ну, давайте возьмем еще одну карту на дороге, на пути. Давайте возьмем. И прямо его и здесь, да, что нужно что-то завершить. Будете что-то завершать. Что-то начали, что-то нужно завершать. Да, действительно, дорога вам идет. И дорога удачная, да, как мы поначалу видели, что вот некая ваша дорога, она будет очень удачной и очень такой стоящий. Боже, здесь даже король кубков у нас вышел. То есть, смотрите, можете с каким-то хорошим попутчиком, хорошим водителем, да, как-то вот в дороге оказаться, да, с очень приятным человеком. У вас может завязаться интересная беседа. Более того, какая-то дорога очень даже может поспособствовать новому знакомству. Потому если какие-то неожиданные дороги возникают, но вы все же понимаете, что у вас куча дел, да, и вы где-то не очень даже и настроены, все равно езжайте, все равно раскрывайте свой кругозор, знакомьтесь с новыми людьми, потому что здесь прямо показывают, у тебя много задач, но если дорога образуется, ты ею воспользуйся, потому что у тебя, да, в дороге может произойти очень интересное знакомство, интересное общение, вообще какая-то вот прямо полезная дорога вам выходит. Если же вы собираетесь на очень длительные расстояния, вам как нужно с кем-то поговорить, посоветоваться, возможно, какие-то дополнительные документы или как-то вот, знаете, захватить с собой что-то, да, вот захватить. Ну, вот так вот. Вообще-то я вам скажу, что да, дороги полны каких-то дел, да, каких-то задач. Сказать, что они прям такие беззаботные, они как-то полны каких-то определенных задач, но они как-то вам рекомендованы. То есть, если вам подворачивается такая возможность куда-то поехать, прямо ею воспользуйтесь, потому что это какой-то шаг в новое, да, шаг в лучшее. И здесь вы как-то вот прямо порешаете нужные вам вопросы и дела. И более того, вы знаете, в ваше окружение может войти очень интересный человек через определенную дорогу. Итак, идем дальше. Давайте посмотрим. Встреча делового плана. Как пройдет встреча делового плана? Ой, у нас здесь прямо рыцарь кубков вышел. Вы знаете, вы произведете очень такое яркое впечатление. Если у вас будет собеседование, и даже на первый взгляд вам покажется, что человек как-то строговат и холодноват, да, я вижу, что вы прям человека расположите в свою сторону, вы очень понравитесь, вы очень где-то прямо, ну, как свой, да, как свой человек. Вообще-то рыцарь кубков показывает, что вы понравитесь как женщина, как девушка. Не отбрасывайте свою вот эту женскую энергию, она где-то очень-очень вам подсобит. И в деловой какой-то встрече, да, добьетесь желаемого. Вот разговор очень будет приятным и будет продуктивным. Ну, давайте посмотрим. А встреча любовного плана, как встреча любовного плана пройдет? Ох ты, девочки, нулевой старший аркан, это все равно, что сделать шаг в пропасть. Очень вероятно, что у вас начнется какой-то, ну вот как новый цикл отношений, да, вы переходите на новый уровень отношений. Если это в первое свидание, я вам скажу, что идете, как знаете, в неизвестность какую-то определенную.
Ну и нулевой аркан показывает какую-то определенную историю впереди. Определенную историю впереди. Но по сути здесь вы что-то как откроете для себя, узнаете для себя человека. Если вы уже в отношениях, и это какое-то очередное свидание, я вижу, что вас очкает, ожидает какое-то новшество вообще, да? То есть какое-то вот свидание, не похожее ни на одно другое. Какое-то абсолютно новое. И действительно, что касаемо встречи по личной жизни, это что-то новое, какое-то обновление. Обновление в отношениях. Давайте здесь уточним. Обновление в отношениях будет. Ой-ой-ой, девочки. Ой, вы прям желанная, страстная, интересная. Вы прям удивляете, радуете вместе с тем непредсказуемая женщина вообще. То есть, ну, девочки, вы произведете шикарное впечатление. При свидании это вообще... А это вообще, да, какая-то вот прямо откроетесь неожиданно классно для партнера, для мужчины, произведете очень яркое впечатление. Вот я вижу, что и встреча делового плана, что и свидание, вот вы прямо, я вижу, будете в ударе. Будете прямо в ударе, да, для, знаете, как очень похоже на новое свидание, на новые отношения. Вот у кого будут новые отношения, девочки, вот какое-то знакомство, вот прямо оно здесь проходит. Вот новое какое-то свидание, новые отношения, новая какая-то встреча, очень интригующая, очень где-то прямо такой ток между вами пройдет, да, такая вот очень интересная энергия. Ну, здесь, да, вы будете немножечко так критичны к мужчине, да, держаться земли, а вот мужчина прямо будет готов шагнуть в пропасть. Ну что ж, здесь я вам даже больше скажу. Мужчина, вот при любовном свидании, мужчина как меняет свои взгляды вообще. То есть, если он вообще, да, вот даже и вам говорит, что я там не собираюсь жениться, не интересуют меня серьезные отношения, при этой встрече он очень так качественно изменит свое отношение вообще и свои планы. Ну, давайте посмотрим еще. Итак. Финансы, да, что ждет в финансах, что у нас ждет, а ждет у нас здесь прямо трансформация, девочки, прямо идет трансформация. Если у вас была какая-то определенная, ну, такая значительная трата денег, здесь прямо, вы знаете, какая-то восполнение бюджета может очень проходить. Вообще-то я вам скажу, перемена значительная прямо вышла, вышла значительная перемена. Вы как на что-то другое вообще переключаетесь. Давайте посмотрим еще финансы. Финансы. Знаете, значительные улучшения. Значительные. Вот прямо вышло три старших аркана. По материальному плану здесь ждите перемены. Возможно, если вы сейчас планируете во что-то вложиться, да, вы как-то быстро восполните бюджет. Он быстро, знаете, как-то вот... восстановите материальные блага. Угу. Какая-то вот прямо перемена. Здесь прямо карты показывают, после определенных трат или определенной какой-то неудачи, жди прямо вот хорошего результата, хорошего. Вот вы знаете, здесь даже мне проходит какое-то незначительное падение, а потом резкий подъем вверх. То есть, если у вас были какие-то траты, возможно, какие-то даже долги, кредиты, я вам скажу, что вы их закроете. Вы их закроете после какой-то вереницы каких-то тяжелых событий, у вас идет значительное улучшение. Я бы даже сказала, вас как выталкивает, знаете, что-то лучшее. Давайте я вас здесь спрошу еще. Почему-то вот идет какие-то траты, но они нужные, да, и бюджет будет восстановлен. Но здесь, да, здесь выходит, или траты уже были, и восстановление вот придет, или траты будут. Но вы не опасайтесь этих трат, потому что они очень быстро восстановятся. Если вы желаете потратить на здоровье, да, свое, на обучение, на какое-то путешествие, отдых, здесь прямо стоит. Стоит потратиться, потому что, во-первых, вы получите очень хороший результат, во-вторых, у вас очень быстро восстановятся вот это материальные блага. Деньги придут. Деньги придут.
вы как-то боитесь этих трат, а их стоит сделать, их, ну, они нужны, да, нужно что-то исправить, что-то улучшить. Я вам даже здесь так скажу, если вы планируете какой-то ремонт автомобиля, ремонт в доме, да, возможно, да, нужно что-то разрушить, чтобы сделать что-то лучше, да, вот здесь прямо вот такой момент, то здесь эти траты будут, знаете, во-первых, возмещены, во-вторых, они будут оправданы, вот так вот, то есть расход идет, но этот расход оправдан, и восстановление бюджета очень будет быстрым, очень будет активным. Вообще-то здесь, знаете, даже мне идет какое-то падение, возможно, падение валют, да, и резкий подъем. Кто-то, возможно, какой-то криптовалютой занимается, или, например, в доходе, да, будет какой-то определенное падение, но потом будет очень резкий взлет. Если вы, например, сейчас работаете и понимаете для себя, что отпуск – это определенная роскошь, да, и на это нужно время, и на это нужно деньги, и на это нужно, а этого, ну, возможно, где-то не можете себе позволить. Вот здесь прямо идет момент, что бюджет будет восстановлен. Все будет, вы как выйдете из отпуска, и вот резко у вас пойдут дела вверх. Потому не откладывайте какие-то наслаждения жизнью. Не откладывайте какие-то вопросы по своему здоровью, по какому-то улучшению своей жизни. Живите в моменте здесь и сейчас. Вижу, что после какого-то определенного, знаете, падения будет действительно очень резкое улучшение. Вообще-то здесь, знаете, три старших аркана, который говорит о том, что очень мощно будет работать, интенсивно очень будет работать ваш материальный канал. Давайте посмотрим дальше. Потому здесь даже стоит очень где-то вкладывать деньги, покупать стоящие какие-то вещи, дорогие вещи, да, на которые долго копились деньги. И сейчас нужно потратиться, но оно того стоит. Ну вот здесь очень хорошо. На жилье, на автомобиль, вот на какие-то такие масштабные даже покупки очень даже хорошая энергия. Или даже, например, вы долго копили, да, на что-то. Вот здесь прямо хорошо будет, потому что вот как стоит того. Итак, идем дальше. Конфетка загаданного периода. Давайте посмотрим, что вас порадует нежданно-негаданно. Что вас порадует? Какое-то предложение вам поступит. Действительно будете думать, соглашаться или нет. Но здесь совет соглашаться. Какое-то предложение? На свидание сходить, да? Или куда-то съездить? Или подружка вас куда-то тянет? Обязательно соглашайтесь. Поступит какое-то предложение, и вы прямо вот прекрасно проведете время. Прекрасные энергии будут вокруг вас. Приятное общение. То есть очень все будет хорошо. Итак, дальше посмотрим, что вам нужно знать в моменте здесь и сейчас. Вот смотрите, карты сами вышли, и карты, конечно, не ахти. То есть вышел 15-й аркан и тройка мечей. Смотрите, что вам нужно знать здесь и сейчас. Какие-то манипуляции, наглости, какой-то, знаете, обман какой-то. Вот здесь ваши пути расходятся. То есть какой-то обманщик уходит из вашей жизни. Или какая-то вот очень непростая ситуация. Она буквально уходит из вашей жизни. Потому что вот троечка мечей показывает разные направления ваших жизней. Здесь очень не проходит, что вам удастся избежать какого-то обмана. Или какой-то определенной очень сложной манипуляции. Да? Кто-то с вами пожелает манипулировать. Но я вижу, что вот ничего ему не удастся. Вот неудачные манипуляции, как вам удастся обойти какую-то хитрость, какую-то наглость, вот какого-то, возможно, даже пути с каким-то наглым человеком у вас прямо разойдутся. Ну, девочки, вот так вот. Ну, давайте мы посмотрим еще вот эти карты, которые вышли, да? Угу. Ох, да, я вижу, что действительно здесь проходит такая ситуация, что здесь будет момент желания вас как-то обмануть. Вот все-таки угроза этому есть. Но вы как бы по старшему аркану суд, да, вы как-то очень прозорливо, вы сможете избежать какого-то вот обмана, какой-то манипуляции, какого-то вот непростого такого момента. То есть я вижу, да, здесь есть такой момент, что как-то все закончилось. Все закончилось. То есть здесь выходит вот такой момент, да, что есть момент какой-то, какого-то обмана, и этот обман, он будет вскрыт,
и с человеком, который где-то, возможно, мешает вам в вашей жизни, ваши дороги просто разойдутся. Здесь, по сути, сможете избежать какого-то негатива. Вот буквально, сможете избежать негативной какой-то ситуации. Ну что ж, давайте посмотрим совет, да, от высших сил для вас. Совет для вас. Шестерочка кубков. Рыцарь жезлов. И девятка жезлов. Вот вы знаете, совет вам. Не оглядывайтесь назад. Не оглядывайтесь назад. Смотрите только вперед. У вас какой-то период, вы в этом вообще периоде выйдете из какого-то тупиковой ситуации. И вот совет вам, не оглядывайся назад. Смотри только вперед, действуй, да. Ты сможешь выйти из тупиковой ситуации. У вас здесь прямо вообще, знаете, мы тебе покажем правильный путь. Вот, знаете, какой-то вот совет, да, напутствие. Мы тебе покажем правильный путь, и в этом периоде ты выйдешь из тупика. Ты вот прямо обретешь свой путь, свою дорогу, тебе будет открыта дверь. Здесь очень хорошо. Здесь вообще-то я вам скажу, что здесь проходит ситуация, что вашу жизнь как ведут мужчину, который будет искать путь к вашему сердцу. А вам покажут правду, покажут истину, да, нужен вам этот человек или нет. А в общем, да, вам по жизни, да, покажут правду, покажут истину, покажут, кто обманщик. Кто прав, знаете, кто вам в жизни нужен, а кого стоит избегать. Здесь я вам вообще скажу, что вам, вас как высшие силы поддержат вот в этом вопросе, да. Где-то я вижу, что кто-то очень такой, как знаете, высшие силы помогут вам избежать какого-то негатива. Вот прямо негативной ситуации помогут избежать. И здесь, как мы тебе покажем правильный путь, не опасайся, ты не попадешь, не попадешь в тупик. Ты идешь правильным путем, и мы тебе подскажем, как тебе двигаться дальше. Вот так вот, девочки, очень-очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр, счастья, радости, любви, смелого и благородного человека рядом. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!